Всем привет, это UWebDesign. Сегодняшний ролик будет внезапно про фичи нового Safari 9, которые мы можем уже сейчас найти в разработческой копии новой OS X El Capitan. И именно эту операционную систему я сейчас накатил на рабочий компьютер, вы можете видеть, OS X El Capitan, версия 10.11. Если у вас наметан взгляд, вы можете также видеть, что новый дефолтный шрифт Сан-Франциско прям сильно выбивается из привычного вида, поэтому да, будем рассматривать дальше Safari. Да, я знаю, что там у нас идет в комментариях на YouTube огромное обсуждение по поводу того, когда следующие обзорные ролики. На самом деле парочка уже даже записана до Эль Капитана. Вот, просто мы их все выкатим непосредственно после редизайна, если таковой случится, и когда таковой случится. В общем, все будет, а пока очень быстро посмотрим новые фичи нового браузера и посмотрим, как с точки зрения пользователя, так и с точки зрения разработчика. То есть выглядит все визуально, в принципе, почти так же. Но мы можем убедиться, что сейчас у нас Safari версия 8.1. Видимо, в девелопер билде это будет 8.1. А когда хотя бы будет первая публичная бета, или может быть к осени, когда будет релиз, будет уже версия 9.0 записана. Мне кажется так, потому что если мы зайдем в статью «Что нового в Safari 9.0», в Apple Developer Library, то здесь именно те фичи описываются, о которых мы будем говорить сегодня. Поэтому, скорее всего, просто какие-то косяки с названием версии. Ну, в первую очередь, там добавлена куча новых прикольчиков по Spotlight, то есть вот вы здесь жмете, вам вываливается уже куча готовых сайтов и так далее. Оно не очень работает все на русском пока, я имею в виду умный поиск, типа открой мне вкладки, которые я искал вчера, как там на презентации показывали, открой мне все фотографии из Мексики, там, и что-то подобное. То есть это все, наверное, будет работать чуть позже, поэтому я не буду даже на этом останавливаться, да и в принципе я это всегда отключаю. Так вот, первое изменение, которого ждали, наверное, многие, это вкладки. То есть вкладки можно теперь мьютить. Я сейчас специально открою парочку наших подкастов. Я не буду в них выключать звук, потому что я звук не записываю все равно с компьютера. Вы видите, здесь теперь есть такие значки, колонки, которые позволяют нам замьютить конкретную вкладку, чтобы звук шел только из одной или из другой. Это можно сделать также и здесь, замьютив сразу все. Mute this tab, mute other tabs. Ну и вы поняли, то есть теперь вы точно будете знать, откуда идет звук из каких вкладок, и сможете его отключать, чтобы у вас не было намешано там музыка из ВК, музыка из SoundCloud, YouTube и так далее, как это обычно бывает у нас у всех. Еще одна фича — это транспарентная статус-бар. Я всегда очень любил его включать, то есть вот здесь вы можете увидеть, скрыть строку состояния у меня включено, короче говоря, у меня она показана, и вот она здесь снизу написана, строка состояния включена, но она не как в предыдущих Safari была прямо таким полноценным UI-элементом, как, например, вот строка избранная, непрозрачная, теперь она прозрачная, то есть я навожу на какие-нибудь ссылки, мне снизу пишется, что какое событие, какой href атрибут этой ссылки указан. Я точно знаю, куда я перейду, есть ли там реферальная ссылка и так далее, ну, если она сильно как-нибудь хитро не замаскирована. Поэтому это очень такой неплохой UI-элемент. И перейдем к следующим. Как вы уже заметили, здесь у меня есть запиненные вкладки. Pinned Tabs это называется. И вы можете какой-нибудь из сайтов вот таким легким движением влево запинить сюда. Как вы видите, здесь у некоторых уже есть картиночки. Я на самом деле потратил огромное количество времени для того, чтобы понять, как заставить туда, какую разметку нужно написать, чтобы Safari ее спарсил и поставил туда иконку. Возможно, пока никакую. То есть, на самом деле, если мы посмотрим документацию, то, да, кстати, забегая вперед, новые инструменты разработчиков, о которых мы поговорим буквально через пару минут. Link real icon sizes any mask, href, здесь SVG файл полностью черно-белый, и meta name theme color content red. То есть, это то, какого цвета это все будет.
Они сказали, что нужно это писать до какого-либо другого определения айкона. Здесь у меня еще есть фав-иконка и Apple Touch-иконка. Так вот, не работает почему-то, несмотря на то, что SVG-файл подгружается, все есть, размеры там у него указаны и так далее. Почему-то не ловит, но ловит цвета из транспарентной PNG фав-иконки. То есть, если вы там видите маленькая планетка, то вот он берет этот красный цвет, который он здесь на хавер сделан, именно для вот этой буквы U, которая является первой буквой домена, и пинит их вот примерно так. В чем фишка? Если мы полностью закроем Safari, то есть даже вот так сделаем, завершить, вот, вы видите, точечка пропала, и запустим его заново, то все запиненные вкладки, они опять будут здесь, никуда они не пропадут, на тех моментах, на которых мы их и остановили, то есть их можно потом отпинивать уже там, правой кнопкой тоже закрыть все незакрепленные, закрыть вкладку, открепить и переместить ее в новое окно, здесь есть несколько таких заметных изменений. Кстати, у Твиттера вообще почему-то никакая не ловится. У Инстаграма, Фейсбука у него есть вот такие хорошие иконки. И причем нигде у них, естественно, в сурсах, если поискать, нет никаких таких упоминаний. То есть вот я, например, сделаю маск. А вот, кстати, да, у Твиттера есть. И, видимо, из-за того, что у Твиттера есть, у них ни хрена и не показывается. Это очень смешно. То есть вот у них вот такая черная иконочка небольшая, и theme color, content, ну это, видимо, их, да, это их голубой цвет. Почему-то пока нет. Скорее всего, они так же, как и мы, добавили просто добавили эту разметку в надежде на то, что потом она когда-нибудь привалится. Если мы посмотрим на Инстаграме, то... Черт, здесь тоже есть. На самом деле, видимо, где-то работает, потому что, ладно, хорошо, я точно смотрел на YouTube, то есть на YouTube я смотрел, и не было вообще такой разметки. Я прям сейчас достаточно, да, здесь уже ничего нет, здесь только уже то название с mask, которое у нас там у видоса и так далее, никаких, короче говоря, мета-атрибутов нет. Но почему-то работает. То есть вопрос остается открытым. Может быть, со временем оно привалится. То есть ну, там, я послезавтра открою, здесь появится уже эта планетка. Может быть, как-то это все централизованно парсит, сохранится у Apple. Понятия не имею. Но пишите в комментариях, если что-то об этом знаете. Мне кажется, что это будет интересно. Еще одно такое прям незначительное изменение. Это новый full-screen overlay. То есть если я сейчас здесь... Открою, например, вот этот видос, запущу его в фуллскрине и вернусь сюда. То здесь вот такой вот аккуратный транспарентный оверлей. Нажмите для выхода из полноэкранного режима. А до этого там была просто затемненная копия той страницы, которая была. Там дополнительно была еще одна вкладка с... Не вкладка, панель закладок и так далее. Короче, она очень сильно конфьюзила, а вот такая, она удобная. Она такая легонькая, прозрачненькая, очень хорошая. Кстати, в целом про El Capitan можно сказать, что очень стабильно и быстро работает. Браузер иногда обваливается из-за метал-прослойки, вот этой, которая там прям сильно, в общем, про нее отзывается, она ускоряет там работу и бла-бла-бла. Вот она иногда отваливается, иногда какая-нибудь вкладка рушится, ее нужно там откреплять, закреплять заново. Но в целом работает для первой беты, которая даже не публичная, просто дико стабильно и... Это очень здорово. Так вот, теперь перейдем к непосредственно новым инструментам разработчика. Я их буду показывать на примере вот этого сайта websania.ru моего, потому что он очень легкий. Короче говоря, там не запутаемся, что включили, что не включили. Да, теперь все инструменты разработчика вот так вкладками реализованы. По-моему, в Google Chrome уже давно это так. Причем у меня сейчас даже не все включены, у меня не включена консоль и хранилище, то есть, чтобы смотреть local storage, их можно вот так добавлять, закрывать, то есть все, чего вы ожидали от вкладок, работает именно как вкладки. Так вот, первая панель — это элементы, это отдельная панель, то есть именно там, где инспектор работает, и сразу же можно непосредственно вот так наводить отдельно от просто ресурсов и кода страницы. То есть это теперь отдельная вкладка. Здесь все ресурсы, они даже вот не очень сгруппированы по каким-то по вкладкам. Короче говоря, их здесь совсем немного.
И здесь есть вот эта вот штука, называется «Отключить подсветку обновляемых областей и включить». Она показывает вам, ну, вот это уже давно было, то есть здесь квадратиками показаны области конкретных контейнеров. Вот эта кисточка, она что делает? Она нам показывает, если страница у нас перерисовывается. То есть, если я вот так вот делаю, то у нас бэкграунд перерисовывается. Здесь как бы никаких так... Ой. Никаких вопросов по этому поводу нет. Если мы хаверим на какие-нибудь ссылки, то у нас перерисовываются они. Из-за того, что транзишн есть мелкий с цветом, то они в этот момент, естественно, перерисовываются. Чтобы сейчас понять это более наглядно, давайте посмотрим, и для чего, собственно, это нужно. Это нужно, чтобы нам понять, какие у нас узкие места в рендеринге страницы, почему что-то медленно работает и тормозит. Мы можем смотреть, как именно это перерисовывается. Покажу на примере двух разных параллаксов. То есть у нас недавно в комментариях в паблике возникла дискуссия по поводу того, какой параллакс лучше использовать, как биндить это на событие scroll и как сделать, чтобы при событии scroll, то есть при каждом там кусочке скроллинга, не перерисовывалась вся страница. Так, это вот легонький вариант. И есть еще вот такой тяжелый вариант. Я не знаю, сейчас заработает или нет. Да. То есть, на самом деле, если бы у меня на компьютере был не Intel Iris встроенный, а какая-нибудь серьезная дискретная видеокарта, естественно, бы все работало более плавно. Но, тем не менее, у большинства из пользователей интернета достаточно слабые компьютеры, плюс в том числе iPad там и прочие планшеты. Работает все не очень здорово. Если мы сейчас посмотрим в инструментах разработчика, я сейчас даже боюсь представить. Так, ну вот здесь шар двигается, тоже перерисовывается. Я боюсь сейчас представить, насколько все будет красное. Ну да, вы видите, перерисовывается каждый кусок страницы, каждую секунду. Из-за этого, естественно, от 60 FPS заветных это прям сильно далеко. Если мы посмотрим, что происходит здесь на странице Parallax.js, то тут совсем все по-другому. Мне сейчас пришлось даже запись остановить. Все подтупануло от того сайта, который там про алкоголь или про что-то еще. Так вот, здесь внутри у элементов... Вот у лишечек, вот у этих, у Translate 3D меняются координаты. И они совершенно не перерисовывают все, что находится на странице. То есть вы помните, что для тех, кто хочет сделать хороший, интересный параллакс, лучше использовать вот эти CSS-свойства Transform, Translate 3D, Preserve 3D. Короче говоря, чтобы оно в 3D все двигалось по координатам, оно значительно производительнее получается и вообще очень круто. Что касается вкладки ресурсы, здесь все понятно, то есть все как обычно. Здесь внутри этих элементов, если мы у конкретного элемента... Вот она опять подтупливает. Вот это что называется, делать обзор на технологию, которая еще сыровата. Полная загрузка процессора была. Это видимо, Metal подтупливал опять. Может быть, это из-за того, что рисовалось все, не знаю. В общем, здесь, как обычно, есть все свойства, стили, слои. В свойствах можно смотреть вычисленно, тоглить псевдоклассы и так далее. А так вот, что касается шкалы времени, здесь добавили новую вкладку. Не просто шкала времени, к которой мы привыкли, то есть мы перезагружаем страницу, смотрим, как быстро что загружается, там сетевые запросы, рендеринг и так далее. Вот, мы еще можем открыть здесь отрисовку фреймов после того, как это все... Запись закончится, и причем ее тоже еще и хрен закончишь на самом деле. Запись шкалы времени, сейчас я тут стоп нажму, попробую вжать стоп, если он нажмется, если нет, то опять остановлю. Так вот, да, отрисовка фреймов. Здесь есть у нас шкала кадров в секунду, 60 FPS, 30 FPS. В тот момент, когда здесь подгружались скрипты, то есть вы видите... вот эти цветовые отображения, что пурпурные, или как это назвать, фиолетовые, это скрипты, мы можем здесь выбрать те фреймы, которые нас интересуют, и смотреть, что по таймерам там общее время выполнялись такие-то скрипты, такие-то подгружались. Все можно полностью отследить, на каких моментах вы выходили за 60 FPS. То есть, ну, на самом деле, если вы просто здесь смотрите, то потом смотрите дальнейшие кадры, то там уже практически нигде ничего не выходило за 60 FPS, только если вдруг какие-то ожидания были, то есть если мы посмотрим вот этот 565 фрейм, то тут
Да, это просто было ожидание. 90 миллисекунд, какие-то таймеры, видимо, срабатывали и так далее. Вам помогает вот этот новый инструмент по отрисовке фреймов профилировать код очень сильно. Давайте откроем заново тот сайт с drag treatment, попробуем сделать так, чтобы ничего не обвалилось, хотя я тоже в это слабо верю, потому что здесь все перерисовывается и вообще до свидос. Перезагружаем отрисовку фреймов, как только подгружаются скрипты, 60, мы выходим не то что за 60, мы за 30 FPS далеко выходим. И оно еще и все именно касается пейнтинга, то есть если вы видите красные штуки, то это не ваш сервер барахлит, это ваш фронтенд полное говно, потому что все очень долго рендерится. Ну и да, можно отключить вот эту красную штуку, если вы думаете, что она существенно как-то увеличивает время рендеринга и перекрашивания макета. На самом деле это не так, потому что все эти анимации тоже далеко не 60 FPS. Мы сейчас почему-то... Да, она застопорилась и не дает нам следующие кадры смотреть. Сейчас попробуем перезагрузить заново. Но, суть вы поняли. Почему-то она остановилась здесь. Оно не останавливается вообще по умолчанию, потому что он продолжает запись того, что мы делаем тут. Переключение вот этих вот кадров. Кстати, здесь какой-то горизонтальный скроллинг, непонятно нахрена добавлен, но, видимо, так надо. Так, сейчас остановим запись и посмотрим тут дальше. Вот они пошли, движения. Я просто чувствую, что где-то должны быть. Перерисовка макета сильно проседает по кадрам в секунду, и вы должны задуматься. То есть, если мы посмотрим тут, вот, допустим, эти два фрейма, там, 419. Кроме того, что здесь несколько миллисекунд подгружались эти скрипты, но, видимо, да, событие mouse-out, mouse-over, mouse-move выполнено, сработало несколько таймеров, после этого начинается краска. Краска — такой смешной перевод. Короче говоря, перерендеривается все, и здесь очень много элементов, в которых оно рендерится. Несколько секунд происходит порядка, тут, я не знаю, 30, 40, 50 действий за... Из-за этого очень сильно проседают кадры в секунду. Поэтому, в общем, вот такой инструмент поможет вам существенно перепрофилировать код. Давайте посмотрим здесь тоже с записью именно отрисовки фреймов. То есть я сейчас сделаю Ctrl-R. Он запишет загрузку страницы. Понятное дело, пока страница грузится, все плохо. И сейчас я буду двигать курсором. Запись идет. Вы видите, тут можно нажать стоп. Все, я... Запись остановил, и в тот момент, когда я двигал, никакой страницы не выходит за 60 FPS, даже с учетом каких-то ожиданий. В общем, вот такие здесь новые инструменты разработчика. Что касается отладчика, то здесь более удобно показано, в каких... О, вылетело. В каких файлах какие ошибки находятся. Я сейчас попробую это показать на примере, скажем... Может быть другого сайта, может быть что-то еще. Да, я сейчас зайду на UWebDesign, там будет 100 000% таких ошибок, потому что сайт не HTTPS-ный, и с YouTube он не может подгружать те кадры, которые должен. Так, отладчик. Ага, сейчас я перезагружу, он почему-то ни одного ресурса здесь не подгрузил. Наверное, надо опять остановить видео и сделать куски. Так вот, я прорвался сквозь количество ошибок. Мало того, что они здесь показаны, и теперь можно удобно перейти, посмотреть, где они. Нам прямо вот так в инлайне покажут ошибку. Enable the post message to HTTPS YouTube. И здесь можно добавить вот такую штуку. Она называется «Показать информацию о типе». В этот момент нам у всех переменных в скобочках будут показаны типы, к которым они относятся. Кстати, поддерживается ECMAScript 6 уже. Можно захаверить, навести, посмотреть, какие прототипы там и так далее. Здесь вот много типов, в какие моменты какие значения она принимает. Как мы знаем, JavaScript динамически типизированный язык, поэтому переменная, может быть, несколько значений принимает.
То есть, что касается этих ошибок, тут тоже все понятно. Так. Этот отладчик вам поможет с ними удобно воевать. Но тут все заминифайно. Это удобнее рассматривать на каких-нибудь ваших собственных Angular, не Angular приложениях. Я не то чтобы очень силен в них, поэтому мне показать особо нечего. Но отладчик новый, и здесь все можно видеть и понимать. Да, еще один момент, который хотел показать. В консоли теперь запоминается результаты, которые возвращает. Так, ладно, покажу не на UWeb-дизайне, а вот здесь. Тут удобно. Так, по-моему, entry title, да, есть у нас. Да, entry title, например. Мы можем в консоли написать document query selector all, например, entry title. И здесь он нам покажет предварительный результат, точнее, результат на момент исполнения этой функции. Несколько вот таких вот узлов, дом элементов показывают, какой у них прототип, node list, у него, соответственно, прототип object, у которого есть вот такие-то методы. Это все теперь удобно, вот эти значочки, их тоже не было, теперь функции, все понятно. И самое главное, вы видите, здесь в конце написано $1. То есть, если мы сейчас посмотрим переменную 1, то в ней уже сохранен результат вот этого запроса. Если я сейчас здесь сделаю site title, то будет $2, соответственно. И мы можем не запоминать теперь результаты во время отлаживания. Результаты вот этих вот выполнений функций, они записываются в переменные от 1 и так далее. $0, насколько я понимаю, да, это все время последний результат. Результат последнего выполнения. То есть если я сейчас, я не знаю, что еще здесь было. Site description, наверное, есть. Да, если сейчас мы четвертый раз исполним функцию, то в последнем будет храниться, естественно, оно в $0. То есть вот такие незаметные улучшения, но они существенно помогают отлаживать. Кстати, здесь есть теперь перезагрузить вкладку. Кто не Ctrl-R жмет, и загрузить веб-архив непосредственно сразу той страницы, о которой идет речь. Поэтому большое количество новых инструментов, особенно вот при прикрашивании, мне сильно нравится, потому что можно очень много отладить этого перформанса на своих страницах, производительности. Еще одна штука, которую представили, это режим отзывчивого дизайна. Теперь у нас есть встроенная вот такая штука, которая нам помогает смотреть, как адаптивно сайт выглядит на разных экранах. То есть вот здесь есть несколько пресетов, iPhone 6, там, ну, в общем, Apple-овские девайсы, и три пресета, которые вы можете кастомить сами. То есть здесь у меня 1366 на 768, такой классический Windows ноутбук без четких экранов, Full HD, естественно, и Super Retina экран. Их можно кастомить, то есть вы можете прямо здесь сохранять, и вот эти три последних будут меняться и сохраняться в зависимости от того, как вы их измените. Можно прямо здесь открывать тоже инспектор элементов. Так, ну давайте, например, на iPhone. И смотреть, как и что, при какие значения здесь принимаются у конкретных дом элементов на разных разрешениях. Ну, почти так же, как если бы вы все вот эти инструменты разработчика выделили в отдельную вкладку, вот так вот, точнее не в отдельную вкладку, а в отдельную вот такую штуку. Здесь бы браузер сузили, я не знаю, вот допополам, и вот здесь вот так вот бы переключались туда-сюда. Ну, на самом деле, так, мне кажется, значительно удобнее с этой тулзой, с этим инструментом. Тут у меня немножечко поплыло 100% вот эти разрешения. Но это такое. Здесь можно эмулировать четкость 1x, то есть обычные нечеткие экраны, такая стандартная ретина и супер ретина. Можно юзер эйджента разного подставлять, то есть на iPhone iPhone, на iPad iPad. То есть, например, YouTube по-прежнему по юзер эйдженту определяет, какой проигрыватель по умолчанию подгрузить там. Флешплеер, не флешплеер, но тем не менее, вот этот инструмент, он прям очень сильно крутой, мне нравится. Очень много можно симулировать. Теперь практически можно отказаться от вот этого расширения, которое у меня установлено, которое расширяет
Open Resize, или как-то так оно, Open Responsive Resize называется это расширение, я им очень много пользовался, оно меня выручало. Теперь можно его не использовать, пользоваться вот этой стандартной штукой, она по горячему сочетанию Option Command R вызывается, то есть можно туда-сюда, очень быстро. Кстати, здесь и перерисовка тоже работает, то есть если у вас здесь включена вот эта штука, то тут точно так же все будет мигать, и на телефоне в том числе, то есть все это теперь работает в одной такой песочнице и очень удобно сочетается со всеми остальными штуками, которые Apple представила. На самом деле, можно было бы еще сделать в этом ролике рассмотрение новых фич WebKit, как, например, они там добавили Scroll Stop, или как там они их называют, которые позволяют сделать full-screen scrolling, который очень часто требуют заказчики, чтобы у вас как будто слайдами листалась страница. Теперь это можно сделать в CSS, и ребята из команды WebKit, они это даже в CSS стандарт в V3C принесли. Посмотрим, будут рассматривать или не будут. Но про это будет отдельный видос, когда это будет более осязаемая какая-то фича, потому что сейчас это все достаточно на грани фантастики. Ну, это был UWeb Design. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Твиттере. Ставьте лайки нам на Ютубе, подписывайтесь на канал, слушайте наши подкасты по понедельникам. И будем продолжать радовать вас новыми роликами. Всем удачного дня, пока.